Это были взрывы, да? Посмотрел на чат 2 секунды. Это по-любому были паучки со взрывчиками. GG, да. Скорее всего, это взрывы были. Вот я вот здесь отвлекся. Что? Охренеть, сколько их там было? Тупо 6 взрывов, как минимум. Вот взорвались 2, просадили меня на 5к. То есть по 2,5 примерно каждый. И там еще, короче, оверкил это где-то на 10 тысяч просто. Продолжай на софте. Это вряд ли. Не, на самом деле, вот эта механика, это пипец рип. То есть там в последующих уровнях она будет шотать вообще без шансов. Прошлые дикие гуси в этой паучки. О, я представляю, сколько эти паучки людей порипают. На более высоких глубинах там буквально 2 взрыва будут убивать. Привет, билды с 30кс. Я думаю, что с макс-резом к холоду билды, привет. Но это классно, когда ты уже точно знаешь, от чего умрешь, и когда умираешь, даже не увидя, знаешь, что это было от этого. Мы уже знаем, что надо контрить.